Из-за пандемии, экстремальной погоды и социальной напряженности число голодающих в мире с 2019 года выросло на 122 миллиона человек. Организация Объединенных Наций предупредила, что если эта тенденция не изменится, к 2030 году цель в области устойчивого развития по искоренению голода не будет достигнута. Сообщается, что в прошлом году с проблемой голода столкнулось от 691 до 783 миллионов человек. Это на 122 миллиона больше, чем в 2019 году, до начала пандемии. В 2021-2022 годах рост голода в мире прекратился, но во многих странах мира усилился продовольственный кризис. В прошлом году в Азии и Латинской Америке число голодающих снизилось, однако эта цифра выросла в Западной Азии, Карибском бассейне и по всей Африке. На африканском континенте голодает каждый пятый человек, что более чем вдвое превышает средний мировой показатель.